наш добрый, любящий вас телеканал АТВ Михалыч, говорим о летней погоде на 19 июля. Всем, кто нас смотрит, летнего хорошего настроения. Радуйтесь жизни. По республике ожидается теплая, неустойчивая погода. Местами кратковременные, долгожданные дожди, грозы по юго-западным районам, ливни, утром местами туманы, ветер ночью восточный, слабый, днем с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду. При грозах порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха северные районы, это Баунд-Муйский, ночью плюс 8-13, по северо-востоку уже до плюс 3. Днем плюс 19-24, не жарко. Центральные районы, Иволгинский, Тарбагатайский, ночью плюс 13-18, днем плюс 22-27. Южные районы, Кяхта, Джидда, ночью плюс 13-18, по юго-западу до плюс 8, днем также 23-29, не жарко. Наша любимая столица, временами небольшой дождь, как радует. Ветер ночью восточный слабый, днем с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью плюс 15-17, днем 23-25. Атмосферное давление существенно не изменится, 712-713 миллиметров ртутного столба. Любите жизнь, и жизнь тоже полюбит вас. Отличительный признак мудрости и любви к жизни – это непременно радостное восприятие к жизни. С любовью к жизни, АТВ и Михалыч. Чего вам и желаем.